Бомбочка для ванны с предсказанием внутри. Да-да, и такое тоже бывает. Сама по себе она, конечно, серого цвета, а вот за счет золотого водичка может так нормально переливаться. Потратил на нее я честные 300 рублей. Погнали в ванну. Здрасте, а вы чего в ванной-то закрылись? Вы не поверите, потому что в этот раз я набрал воду заранее. Гум, я практикую. Знаете, такой легкий аромат мокрого асфальта. Сырого бетона. Не идет ничего с пахучими бомбочками. Может, ничего не пахнет. 2, 3, гладиолус. Это самая худшая бомбочка из всех, что я распаковывал за последнее время. Она вообще не пенится. А почему вы меня извините? Я скандал такой учиню, на что я 300 потратил. Али. Сейчас чуть не выкинул его в воду. Нет, ничего невозможного. Класс, за это я отдал 300. Ну, хоть цвет прикольный, можно поваляться будет, наверное.